Расскажи, откуда ты? С Северного Кавказа, город Новопавловск, Кировский район, Ставропольский край, на границе с Кабардино-Балкарией. Казак? Так точно, кировский казак. Здорово, дневали, казаки. Слава богу. Ну, а здесь как оказался? История, в общем, довольно-таки длинная. На все это я смотрел, ну как, очень давно. У меня товарищ был, позывной Динго, Волчьей сотни. Я мой очень близкий друг. Вот. В августе месяце, 28 августа, его убили. Вот. Как раз, ну, буквально перед моей свадьбой. Я 30 августа женился. На похороны его не получилось попасть. Вот. И, собственно, вот после Нового года буквально я планировал. И у меня была работа, как бы, жена, все дела. Вот. И, собственно, после Нового года буквально узнала о том, что пропал мой товарищ. Вот, оттуда, с Кавказа тоже казачок. Вот. Ну, я собирался ехать в апреле, ну а тут такая причина появилась. Там женой немного поругался. Молча собрал вещи и поехал. Вот. Приехал, он был в Красном Луче, в Горловке. Там нашел, где товарищ находится. Вот забрать мы его не смогли, просто не дают забрать. Там укрепрайон, там их командование отправило, там около 200 человек положили за аэропортом. Район Спартак называется там, село. Вот там их положили, не можем просто забрать. Вот. Потом я вернулся в Россию, через буквально там 3 дня я уже был опять здесь. Вот. Потому что понял, что уже я так не смогу. С работы уволился, с женой развелся. Поэтому такие дела. Приехал сюда. Ага, так, и где ты служишь? В каком подразделении? Сколько уже? Я в разведке служу, но подразделение, извините, называть не буду просто. Понятно. А позывной твой можешь назвать? 13-й. 13-й? Да, он на прикладе есть. Символичная фишечка. Многие говорят, несчастливое число, но я считаю по-другому. Это 12 апостолов и Иисус Христос, 13. Да? Ну да. Так, ну а ну, в Бога, то есть я понимаю, ты веруешь в православие, конечно, да? Конечно, казаков конечно. Не бывает, чтобы в Бога не верили, да? Ну да. Православных. Ну а как считаешь, победим и не победим? Я думаю, победим. По-любому. Я тоже думаю. Потому что правда за нами. Вот то, что они здесь делают, как они поступают. Вот товарищ, которого убили на Спартаке, и вот дело сфотографировали, документы отправили родителям. Это не люди. Люди так не сделают. Мы так себя не ведем, а они себе это позволяют. Я столько насмотрелся. Вот со мной вот парнишка служил в Горловке. Он с одной ногой. И ничего, прекрасно воюет на протезе. Кстати, привет ему, если будет смотреть. Ну, а в боевых действиях каких-то участвовал? Ну, тоже давайте об этом. Хорошо. Не будем. Много нельзя говорить, да, я понимаю. Ну хорошо, удачи тебе. Спасибо. Пересечемся еще.